патриотическому воспитанию молодежи было посвящено сегодня заседание Общественного совета при управлении службы судебных приставов. Главная его тема – подготовка к празднованию Дня Победы. Среди мероприятий – уроки мужества и патриотизма в школах и детских домах. О событиях Великой Отечественной детям расскажут очевидцы, участники войны и труженики тыла. В некоторых учебных заведениях области эта работа уже началась. При участии Общественного совета, благодаря тому, что они организовали данную встречу, был проведен урок патриотизма уже в школе номер 44 у кадетского класса. Также благодаря председателю Общественного совета и другим участникам мы встретились с ветеранами Великой Отечественной войны. Как отметили на Общественном совете, на уроках патриотизма в школах необходимо рассказывать и о реформаторской роли Александра II в судьбе России. Напомню, в конце прошлого года по инициативе службы судебных приставов в парке на Мукомольном переулке был установлен бюст императору. Именно Александр II заложил основы духовного возрождения страны по всем статьям. Судебные приставы, судебная система, военная система, организационная система, промышленный переворот и так далее. Строительство новой России началось с Александра II.